Так, посмотрим, что у нас будет сегодня здесь. Ой, сразу вылез детальки. Так, сейчас будем смотреть, кто это такой. Так, здесь подиум, руки, полностью черные руки, шляпа, кубок. И вот золотая такая серебристая цепь. Прикольный такой мраморный какой-то жилет одет на человека. Вот он длинный. Золотая одежда, такая бородка, ухмылка. Это, походу, этот мизинец из «Игры престолов». Такой умный, который дядечка. Блин, я не помню, как зовут этого актера. Он снимался еще в разных даже фильмах, в играх. Компьютер он тоже участвовал. Который был советник. Так, сейчас берем руки. Вот прям легко. Так, в руку делаем кубок. Он попивал там винцо постоянно. Так. Готово. Ну вот. По прическе говорит сама за себя. С венцом. Такой вот у меня здесь. Прическа прикольно сделана. Ровно подстриженный. Вот. Здесь для уха, кстати, выемка, да, такая сразу ухо у него нарисовалось. Прикольно сделано, прорисовано, и интересный костюм.